приветствую всех, кто заглянул ко мне в гости. И моя морская тематика продолжается для заколочек. И сейчас я предлагаю вам сделать еще продолжение к моему солнышку с пальмочкой. Комплект заколок. Это будут пляжные тапочки. Тапочки-сланцы. Что нам для этого потребуется? Вот я сделала уже одну заготовочку. Тапочка из репсовой ленты. И надо еще вырезать будет нам второй. Это у нас идет репсовая лента шириной 2,5 сантиметра. И длину тапочка я ориентировалась опять же от размера крабика, крокодильчика своего. Они у нас будут располагаться поперек заколки. Тоже примерно по длине, то есть 3 сантиметра, ориентировочно 3 сантиметра. Затем нам потребуется еще зеленого оттенка репсовая лента шириной 0,5 сантиметра. Это для того, чтобы обклеить крокодильчик. И для самих верхних деталей тапочка, репсовая лента тоже шириной 0,5 сантиметра, яркого оранжевого цвета. И для украшения я еще буду использовать вот такие вот полубусы салатовые. Так, что мы делаем? Для начала мы берем наш крокодильчик и обклеиваем его лентой. Берем наш тапок, подошву, и обводим на вторую часть ленточки. Значит, смотрим, вот это у меня идет правой и лицевая сторона ленты. Теперь нам необходимо сделать левый тапочек. Смотрим лицевую часть ленты обязательно, чтобы у нас было, чтобы мы с изнанку ее не нарисовали. И получается, лицевую часть переворачиваем ко второй лицевой части. И вот таким вот водным маркером делаем заготовочку, обводим. Вот наши две детальки. Готовы. Затем берем оранжевую ленту и будем делать верхнюю деталь тапочка. Для этого берем один, я возьму левый, и приклеиваем примерно в серединке, приклеиваем наш кончик ленты, то есть приложили. Придержали пальчиком, поставили капельку, приклеили. Затем, немножко согнув, совсем чуть-чуть, чтобы у нас была такая как горбиночка волна, сводим ее к центру верхней части тапочка. Свели, подогнули, ну, как
треугольничек сделали, подогнули. То есть, если мы ее расправим по длине тапочка, у нас получается она вот немножко длиннее. И затем уже поравняли с нашей стороной, которая приклеена, отметили для себя и отрезали. Часть ленточки, которая у нас будет на тапочке. Вот так. Приклеиваем. То есть, что у нас получается? На данном этапе у нас получается такая как петелечка. Затем мы эту петелечку хорошенько отметили, где у нас серединка, подгибаем и будем проклеивать уже верхней части нашего тапочка. То есть вот как волна. Поставили капельку, где она будет, верхняя часть. Проклеили нижнюю часть ленточки, и затем нам еще необходимо внутри между лентами проклеить внутреннюю часть, немножко так на бок, чтобы у нас получилось вот такой тапок. Так, что ж такое, убегает. Такой тапочек у нас получается. И затем таким же самым образом делаем второй. То есть нам уже проще. Мы берем, отмеряем по длине предыдущего. Просто-напросто уже приклеиваем. Тапочка у нас готова, но как видите, они немножко получаются как неровные. Для того, чтобы они были более прочными, я предлагаю вам взять кусочек фетра и проклеить с нижней части на фетр, сделать подушку. Я беру темно-коричневого цвета фетр, промазываю нижнюю часть наших сланцев и просто проклею на фетр. Стараемся много клея не ложить, чтобы у нас он нигде не вылазил, и все, работа была аккуратной. И затем просто вырезаем. Так, наши тапочки почти готовы. Следующее, что мы делаем, мы берем две полубусинки. Проклеиваем по основанию нашей верхней детали тапочка. Такие милые.
барабанные сланцы у нас получаются. Снизу фетр, сверху репсовая лента. И последним этапом, что мы будем делать, это приклеивать наши тапочки на наш крокодильчик. Так, у нас осталось тут остатки нашего маркера водного. Мы его просто обратной стороной растворяем. Вот что у нас получается. Вот такие вот чудесные сланцы у меня получились в виде заколочки. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в тематике лета, отпуска и моря. Я постараюсь подумать над вашими предложениями и воплотить их в жизнь. А пока всем приятного отдыха, кто на морях, кто отдыхает в отпуске. И до скорой встречи. Всем пока!